В нашей работе тоже есть курьезы. Как-то приехали к нам охотники, как положено, с ружьем, с собакой. Ну, начали они как бы расквартировались, все хорошо. Проходит неделя. Самый молодой из них не выдержал, психанул: ребята, едем домой. И тут начинается самое главное. Выползает один и говорит: а что у вас, нету горячей воды в номерах? Мы аж присели, мы не ожидали такого. Ребята, круглосуточная вода. Второй выползает из номеров и говорит: ребята, а где у вас море? Мы начали уже улыбаться. И тут они на парковке вот-вот-вот встали, запаковались уже, все, машина, собака, все, все как положено, все собрались. И вот третий из них говорит: ребята, а может, мы сделаем фото на память, что мы здесь были, в конце концов. Мы просто уже начали кататься со смеху, но это еще не все. Бывают такие ребята, которые 2 недели тут, ну, понятно, что отдых, что как все положено. Потом, через 2 недели: ребята, где у вас море? Там. И что? Да вот сюда забегают в душевую, в умывальник, похлопают вот так водичкой и: а, в следующий раз успеем. То есть, ну, как бы наша жизнь полна таких вот курьезов, и мы каждый год отмечаем для себя самые интересные. Так что у нас их много, поверьте.